вихрово двигает, но она двигает ее вот одной десяткой трудностей буквально. И Диана Варинская как раз вполне себе лидер квалификации с хорошей такой трудностью на 5,2. Посмотрим, теперь трудность надо делать. Здорово, закладки, выход на верхнюю жердь, обратно вниз. Перелеты Пак и Шапошниковой, как называются. Поворот на 360, здорово, хорошо, чисто работает. Не теряя темпа. Перелет Качева с поворотом и сразу связку, перелет вперед, сальто, здорово. Непростая связочка очень, такая. Очень-очень, еще в середине летная комбинации. Винт задняя, в доскок. Ну, браво. Получилось, браво. Довольно, да. Диана довольно, безусловно, 100% получилось. Марта Пихон-Кулежа, у которой не получилась откровенная комбинация там с двумя завалами. И здесь выступление, которое претендовало, и теперь уже почти наверняка, хотя, ну, мы не говорим, станет золотым, не станет золотым. Когда станет, тогда и скажем. А пока посмотрим. Смотрим. Хорошая комбинация, действительно здорово. Ткачев со 180 и в темп сразу махом назад. Сальтерет на Гиврош. Прямо, ну, здорово. Ну, покажите повтор, ребята, это же главный элемент. Так, вот он. Вот здесь это соединение как раз с поворотом. И два. Есть, конечно, ошибки, да, там ноги подсогнуло именно в сальто вперед. Здесь хорошо бы дал оценку этому упражнению сейчас специалист нашей сборной Константин Плужников. Могут придраться, могут не придраться. Так, 13-4, 5-7. Варинска спокойно выходит на первую позицию с хорошей сложностью 5-7. Да, она свою, в принципе, свою здесь силу сделала. И Диана Варинская, представительница команды Украины, становится обладательницей этапа Кубка мира в Венгрии. И арена Савария сейчас будет, собственно, ее приветствовать. Ну и вот еще одна медаль золотая в копилочку Дианы Варинской здесь. И в копилочку и команды Украины, которая здесь нормально так уже